Так, пистолет. Тут пистолет. Сначала так себе. Оружия нет. Что-то нигде нет оружия. Нигдешеньки. Так, одну забрали. Бегу к тебе. Чувак, один молодец, принес мне шприц и бронежилет. Это хорошо. Хороший чувак. Сам добровольно пришел, нашумелся здесь, короче. МП-9 надо? Да, я бегу. Броню бы. Это говно, она мне не очень нравится. Блять, два раза в голову попал. Звук так, такой дым. Где? МП9. Тут где-то валялось. Вот. Ты куда? Назад повернись. Так ты взял? Возьми МП9-то. А, я патрон. Взял. Так ты у тебя другая. Вон он пошел. Не, там другие. Да, мне бы помощь. Не помешало бы. Пока отойди. Я убегаю. У нас, видишь, невыгодная позиция. У нас сзади еще какой-то человек сидит. Вон он, блядь, бежит. Вот теперь сзади нет никого. Броня у него не было? Брони, да, здесь есть каска. Как насчет петушка? Не, да я уже взял. Пусть МП9. У нас зона плохая. Еще одного убил. Попал. Давай. Куда побежал? Блять, точности никакой. Ты умрешь уже, может быть? МП5. Силово какой-то. Сергей Собянин, ты прикинь, ты кого убил? Да, Москва, как-то тяжело будет в Москве. Эй, ты за мной, что ли? Да. Вот тот челик где-то был. Петушок надо? Нет.
Да, броня не помешала бы. Показалось, что кто-то там дернулся наверху. Дропов нету. Ай, блин, там второй был, сука. Одного убил, второго нет. На промзоне наверху были. Ну, может, моя куда-нибудь или база, может. Да, я туда подальше пока. Сейчас, может быть, дроп выпадет или что-нибудь. Да. Блять, Сергей Лавров меня какой-то убил. Ё-мо, одни какие-то эти, блять, московские деятели. Броня надо брать. Они все скучковались в одном месте. Хороший ящик, ну блин. О, у меня аирдроп. Патроны. Шприц. Надеюсь, там какой-нибудь ВП. Блин. Так. Есть, побежал за дропом. О, я тебе зэк, ну в ту сторону выдвинусь. Что-то много тут ящиков, больно, неузанных. Очень странно. Очень странно. Какие-то дилетанты играют. Реально ящиков дофига не лутанных. Давай, родная, давай. Все, издалека сейчас их убирать будем. Лишь бы нас издалека не убрали, конечно. Еще патроны, да вы гоните. Так, ты зря туда пошел? Иди сюда. Зачем? Тише. Они вдвоем тут. Наверху, я вижу.
Оба наверху. Он в зоне подыхает. Да, пусть сдохнет там. А, еле-еле. Я за сейфа его не видел, слышал шаги, понять не могу где. А он в кустах. 2%, ё-моё. А, он, смотри, он меня видел, интересно, вот сейчас-то. Он тебя видел? Да, он меня видел. А я не могу понять, где он идет. Вот он, щит у меня. Как он меня не убил? Тупица вообще. О, нифига, у тебя красивая. Да, 2 хп у него вообще не камильфо. Как так меня бежал? Лайк, дизлайк, подписка.